Всем привет! Нахожусь в моле. Здесь вот такой новый павильон пристроили, интересный. Это новый будет магазин. Еще не прочитала, как он будет называться. Сейчас дальше пойду, увижу. Это детская площадка. Так красиво сделали вообще. В прошлый раз мы были, тут еще все закрыто было, а сейчас уже вот открыли для детей. А тут родители могут сидеть, ждать детей. Здесь вот даже столы есть для ожидания. На компьютере можно сидеть, работать. Вот эта сова Никите нравится очень. Сейчас тут внутри посмотрим. Ух ты, какие красивые. Вот этот магазин новый. Такой красивый павильон здесь. Интересные эти люстры. Здесь такое место сделали, как место отдыха. Очень много диванчиков, стульев, столов. Какие-то же диваны интересные. Волнистые. О, эскалатор здесь сделали. Раньше не было. Так, вот какой-то Buffalo Wild Wings. А это кафе. Ни разу в таком не была. Так, а я иду в Payless снова. Здесь, кстати, такая обувь неплохая. Она и недорогая. Ну, качество есть разное. Есть не очень, а есть и хорошего качества обувь. Вот Никите взяли ботосы. Одни уже так долго носятся, а другие быстро развалились. Следочки такие интересные, цветные. Разных расцветок. Как раз вот для таких босоножек. Сейчас выйду, покажу босоножки. Ну, что-то они дорогие. $16. А, ну здесь две пары. Вот две пары таких цветных стоят $16. А вот здесь они сделали 4 пары 16. Прикольно. Арбуз. Что только не придумают. У них здесь, кстати, сумки тоже неплохие в Payless. Я уже год свою ношу, она вообще у меня как новая. Так вот, $15 на распродаже, а стоила она $29.99. Маленькая сумочка хорошенькая. Так. Вот эти тоже белая, черная, $29 на распродаже. Стоило 40. $20. Тоже такая симпатичная сумка. Стоила $40. Рюкзачок тоже такой. Под кожу. $20, стоил 34. Такой магазинчик красивый, люстры такие висят, воздушные. Ободки на голову продаются. Здесь написано $5 скидка на все эти бусы. На всю бижутерию. О! Душевая кабина стоит. Того тоже раньше не было. Это вот они сделали. Такой стенд для рекламы. Ванна, душевая кабина. Вот здесь тоже ванна показана, как она выглядит.
Даже поставили там свечки, шампуньки. Что там такое? Прикольно. Так, заглянем в душевую кабину. А как она? А, она так открывается. Малюсенькая ванночка. Что-то это какая-то для детей. Но она такая глубокая. Она тоже душ. Два душа. Прикольно. Тоже душевая кабина. А, нет, это ванна, да? Вот этот магазин, но, наверное, еще закрыт. Трамплин-парк здесь есть. Ух ты, как девчонка там прыгает. Молодцы какие. Здесь я не помню, то ли 10, то ли 8 долларов платишь за час, и можно целый час вот тут скакать. Магазин Sears. Тоже мне очень нравится. Здесь часто скидки бывают. Да почти всегда, наверное, скидки. Так, сейчас иду очки посмотреть. Стенды очков. Тут несколько стендов. С той, с этой стороны. Так, написано, что скидка 40%. Вот, допустим, которые 20 стоили, они сейчас 12 стоят. Которые 32 стоили, сейчас 20 долларов стоят. Чтобы интересненькое найти. А, это мужские. О, какие красивые. Такие мне нравятся. Такие я люблю всякие. С блестюльками. Еще вот эти очки мне понравились. Но они как-то не очень удобны. Потому что вот эти по бокам, которые... украшения, они мешают, когда вот смотришь и как-то чувствуешь, что сбоку как будто что-то закрыто. А так такие симпатичные, классные. Сумка Michael Kors 228 стоила, сейчас 119 стоит. Такая золотая, огромная. А вот тоже такая сумочка классная нашла. Не знаю, что за бренд. Колечко у них такое висит. Но тоже дорогая. Она стоила... Вот она сейчас стоит 129 долларов. Куда бы ее повесить, чтобы посмотреть хорошо. Так. Не могу места найти. 215 долларов она стоила. За фирма такая интересная. Внутри ремешочек. Такая приятная вообще на ощупь, и цвет такой яркий. Кепочки такие красивые USA, все в стразах. Вот тоже черненькая USA. Почем они? 10. Смотрите, нашла какую штучку. Это вот для кепок. Короче, кепку туда вставляешь. И в машинку можно стирать. Классно, удобно. Даже не в машинку, а в это. Посудомоечную машину.
Надо же, как интересно. То у меня Илюшка столько перепортил себе этих кепок. Чего только не продают, чего только не придумают. Посудомойки, кепки стирать. Это реструм, туалетная комната в этом новом магазине. Здесь два унитаза, детский, для взрослых. Они механические, там автоматические, вернее. Сама вода сливается. Вот это салфетки для унитаза. Тут тоже такой ящик для... Такое кресло детское. Удобно от маленького ребенка сюда посадил, пристегнул. Для женщин, конечно, удобно. Вешалки тут все. Вот это тоже для детей. Столик пеленальный. Здесь мыло, мыльница. Вода вот уже сама бежит. Только поднес. Тут салфетки тоже. Уже на автомате все. Присела я на вот эти новые диванчики. Здесь так классно. Но уже люди подошли, то утром еще никого не было. Столик вот здесь. Так, а как она открывается? Короче, она тут как-то открывается, и там можно это зарядку поставить для компьютера, для телефона. Розетка там находится. Так, вот хотела показать, что я взяла. Вот эта фирма PLS, я уже говорила. Это такая недорогая компания. Взяла вот такие босоножки. У них тоже со скидкой было. Они такие цветные, мне нравятся. У меня много вещей цветных. И вот под многое может подойти. Каблучок небольшой очень хорошо, потому что в основном без каблука вот я ношу. А на высоком каблуке обувь есть, но я не могу водить машину. Я не знаю, как женщины водят на высоких каблуках. Вообще невозможно. Я как-то пробовала. Ужасно. На педаль так тяжело как-то нажимать. И вообще не чувствуешь ногу. А вот такой небольшой каблучок, удобно. Так, и вот, значит, они стоили $40, $39.99. И я их взяла, вот это клиренс был, $15 они стоят. Еще она мне предложила вот такие взять, как это, типа следочки, Comfort Grips называется, их вот сюда вот прилепляешь, и нога не будет скользить. Я еще такие никогда не пробовала, видела их всегда, но вот первый раз попробую. Конечно, будет удобно, потому что обычно вот в этих местах всегда нога потеет, скользит. Взяла вот такие очки белые, тоже со скидкой. Значит, они стоили вот 28, а я взяла там, что-то они 16 с чем-то стоят. О, на слониках поехали. Слоник, тигренок. У нас Никитка тоже на таких катался. Так боится. На этих аттракционах не боится, а на этих слониках боится. Классно. Мама с детьми села, поехала. Короче, кучу надавали каких-то мне вот таких купонов. Так, $5 скинут, если я на $35 возьму одежды. Значит, вот это $25, процентов, вернее, off. Так, вот это я что-то не поняла. Значит, вот тут $4 тоже, если на 40 и больше взять покупок. Потом вот тоже 10% скинут, плюс еще $25 назад вам вернут, если у них сделать покупку на $499. Короче, на $500, если покупок сделать, вот они там скидку дают. Так, и вот про эту сумку тоже хотела свою показать. Вот она тоже, вот эта Кристин Сирана, тоже PLS я брала в прошлом году. Уже год, даже больше она у меня. Тоже я ее очень часто ношу.
Вообще она в таком, в хорошем состоянии, в отличном. Вот это, не знаю, как называется этот материал. Это, конечно, не кожа. Но вообще состояние у сумки хорошее. Тут уже внутри вот такая вот клепочка. И вот здесь еще тоже вот так они могут... Так, сейчас покажу. Ставлю камеру. Так. А, камера падает. Вот здесь тоже вот так скрепляется. Сумки тоже у них недорогие. Со скидками. Ну, вот это мне понравилось. Такая ноская, хорошая сумка. Ладно, все. Поеду домой. Пошопилась чуть-чуть. Все, всем пока, увидим.